Я вот, нельзя, я ничего не говорю. Почему нельзя общаться? Центр связи с общественностью, вам там в письменном виде объяснят, почему зачем нельзя. Зачем центр? Вы здесь, вы работаете. Вот. Вы здесь я вам уже не центр, общаться. Так я хочу вам сказать больше, вы понимаете? Какими приказами, законность? Законами? А какая законность, если мой муж спустился, мы сидели ужинали, да? И мой муж спустился просто потому, что ребенок позвонил, что за мной гонится папа. Он говорит, я сейчас спущусь к тебе и узнаю, что случилось. И вот так арестовали моего мужа. Да, за что? Какие деньги? Был, обысков не было. Написали в прессе, что были обыски. Досмотрели только машины. В машине нашли, рассказываю всем, только флешку музыкальную. Протоколы у меня есть. Надо, я вам дам, сфотографируйте. За что его арестовали? Какие деньги? По какой причине его задержали и арестовали, это не ко мне. Я несу ответственность за его сохранность, здоровье. На него никто не покушает. Я не знаю, кто с какими тут мотивациями приходит и что тут хотят. Вот. Поэтому нет, все. Я попросил по-нормальному, по-человечески. Если кому-то надо...